Блин, как секса хочется. Он просто необходим иногда. Это как... лечебная гимнастика. Да, понятное дело. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Да мы просто не понимаем. Это же личность. Это же просто вот... Мы просто такие приземленные. Просто мы не познали те тонкие, духовные и психологические. И самое главное, вот эти вот ее второго внутреннего мира, грани, мы их не познали просто. Да, вот то, что она имела, она... Секс же это не то, что для нас какие-то вот таких грязных животных, как бы там какое-то удовлетворение своих грязных, вонючих потребностей. Для нее это эмоциональная разрядка просто, да. Ну посмотрит ее папка по телевизору, там как бы, ну, там по ТикТоку, по Ютубу, как бы, что дочь, она всю страну заявляет, что она хочет трахаться, как бы, ну и что? Папа тоже ничего не понимает. Он не понимает ее тонких душевных организаций, и все. Просто чаечка сказала на всю страну, что она хочет трахаться. И что? И что? Что здесь такого? Ну зачесалась пиздец, ваджайна у нее. И что? Все нормально.